Коллеги, рядом со мной Антон Платонов, компания Robotut. Здравствуйте. Здравствуйте. Закончилась интересная сессия, вы были на ней спикером. Давайте делиться впечатлениями. Мне все очень понравилось, аудитория была супер, спикеры были супер. Мне даже я понравился в этой сессии, все было замечательно. Раз вы так себе понравились, значит, было хорошее выступление. Хочется знать какие-то детали. Кто-то не пришел на сессию по каким-то своим причинам, так ему и надо. Но давайте делиться вот вашими интересными мыслями. Ну, выступление было действительно хорошее. И секрет хорошего выступления в подготовке и в практике. Я практикующий специалист, директор по продукту компании Robotut. И я рассказывал про большие данные в управлении людьми и как их можно использовать и для трейд-маркетинга. Хотя бы тезисно. Как? Первое, данные нужно собрать, второе, обработать, а третье, использовать. То есть все очень просто. Но там были небольшие нюансы. Вот. Небольшие нюансы пятилетних исследований. Да, именно так. Ну, технологии, которые мы сами применяем для этого, небольшие нюансы по воронкам. Но очень жаль, что вас не было на сессии, вы бы узнали. А так вот могу рассказать из трех как бы этапов. Я так понимаю, что, друзья, было много интересного, вы не узнаете, что конкретно, потому что вас не было на этой сессии, но если вы хотите, чтобы с вами работали профессионалы, Robotut вам помогут. Спасибо большое и удачи в работе. Спасибо вам огромное.